Привет всем! Я обещала вам снять дюны моря. Вот. Ну, это мое такое, такой плато покрывало. Вот сейчас где-то, вам бы не соврать, наверное, где-то 7:30. Вот очень спокойное море. Такой вот закат. Сегодня я с утра сделала процедуры. У меня 13:30, то есть обед 12:15. А 13:30 у меня релакс. Ну, то есть такие мягкие кресла, играет музыка, и ты типа отдыхаешь. Вот этот релакс где-то длится 20 минут. И сейчас я вот поужинала. Ну, я буду снимать, чем нас кормят, потому что я еще долго тут буду. Ну, такая машина вот спасателей едет. Они вот... То есть спасательный пункт, это вот там вот. То есть пройти вот кусок пляжа. И он вот там, вот спасательный пункт. Ну вот, я сейчас покупалась. Правда, знаете, вот если была бы теплая вода, вот можно было бы поплавать. Но так как вода холодная, только пару раз окунулась, потому что я вообще второй раз только купаюсь. Так как-то... Вчера я как-то не осмелилась, но вчера я вообще-то была днем. Чуть-чуть подгорела, у меня руки такие, ну, не болят, но такие покрасневшие ноги, вот, и я решила прийти вечером, чуть-чуть вот тут искупаться, искупаться и просто вот побыть около моря. Такая вот, ну, ветерок чуть-чуть есть, но женщина вот говорила, что море холодное будет, потому что течение холодное. Вот с самого берега как будто бы такая идет полоса теплой воды, а заходишь в море, вода очень холодная, то есть, ну, такая ледяная. Так что купаться, наверное, ну, я еще, вот я уже собираюсь, наверное, где-то уже прошло, сколько, четвертый день. Я все собираюсь пойти утром. Сегодня я, наверное, лягу раньше спать и постараюсь где-то 6:30 с утра пойти в море искупаться. Вот, закат, как будто бы, вот, видите, вот такой закат, он, внизу нету облаков, то есть дождя не будет, и, скорее всего, что завтра будет солнечная погода, даже безветренная, потому что, когда ветер, закат красный. Вот сегодня приходила врач, а мне еще так, мне еще входит массаж, но массаж будет через несколько дней, и мне еще назначат ванну. Вот не знаю какую, потому что это врач уходит в отпуск и будет ее замещать другая. Вот видите, такие у нас дюны. Такое море. Ну, люди мало, но вот там видела, две женщины заходили, купались, потом вон мужчина с ребенком пошел купаться. Ну, единицы. Вот там еще где-то вдалеке два купаются. Ну, как купаются? Просто заходят, вот окунулись и вышли. Так вот. Балтийское море холодное. И течение сейчас холодное. Бывает, что температура воздуха, допустим, плюс 16, а вода теплая. Смотря какое течение. На данный момент течение холодное. Хотя вот я купалась, я приехала в понедельник.
Я купалась, да, я купалась в понедельник вечером. Вот пошла, вода была очень, ну, теплая. Для меня это было теплое. Где-то 18-19 градусов, это теплое. Сейчас, наверное, знаете, даже, наверное, где-то 12-11. Намного холоднее вода, чем тогда, когда я купалась. Поэтому... Посмотрите, какая красота. Море спокойное, спокойное. Видите? Такой вот закат. Люди гуляют по берегу моря. Ветра нету. Спокойно так. Кто-то купается, кто-то прогуливается. Вот там вдалеке как-то больше людей. Да, вот. Такие облака над морем.